лето, есть лето, солнце правды и свет. Там где-то ответы, ни болезней, ни бед. Как хочется нам туда, где светит одна звезда, где с нами любовь всегда. Здравствуйте, мои дорогие! С вами передача «Лаврские встречи», и я ее ведущий, священник Анатолий Першин. У нас в гостях матушка Мария и отец Сергий Чекаданова. Здравствуйте! Здравствуйте! Спасибо вам большое за то, что вы пришли, за то, что вы делаете. Сейчас вот, это очень важно в наше современное время, вот работа с детьми, ваш хор – вот, которую вы ведете при храме Казанской иконы Божией Матери в поселке Вырец. Вот хотелось бы у вас узнать, как это все начиналось, почему вы этим начали заниматься, вот, и как вы, ну, как вы вообще живете, как вы живете можете. Ну, мы оба с мужем музыканты. И оба мы пели в хорах с детства. И когда мы переехали в Вырицу, отец Сергий стал нам служить, то мы стали работать при воскресной школе. Детей много в Вырице и много желающих ходить в воскресную школу. Поэтому идея вот создания хора детского, она, в общем, возникла. И мы начали работать с младшими детьми. Они приходили совсем маленькие. Там 4-5 лет, но желание у них работать было. Конечно, много сначала было игр, много сначала было разговоров, но в конце концов мы вышли на такую интересную работу с ними, пение различных песен, совершенно разных по тематике, совершенно разных по настроению. То есть вы их увлекли, да, как-то? Да, да, они как-то вот пошли, ну, мне просто нравится работать с маленькими детьми, и как-то вот я... Сразу начала, когда с ними разучивать песни, то я пыталась сразу понять, что им будет интересно. То есть я старалась не следовать какому-то, может быть, даже классическому детскому репертуару, а иногда, может быть, давала песни, которые им, может быть, чуточку сложноваты, но они как-то дотягивались до этого уровня, и им было интересно.
А до этого был у вас опыт? Или это у вас первый опыт такой? Ну, я просто по образованию вот учитель музыки, музыкальный руководитель. То есть с детьми я работала. Угу. Параллельно работала там в детском саду. В общем, поэтому опыт именно работы с хоровым коллективом, как с, это был, наверное, первый. А опыт работы с детьми уже до этого, к этому времени был. Ну, я вам скажу, что нужно ангельское терпение. Действительно талант. Чтобы заставить их... Они же все как на шарнирах. Я лично видел, как это все делается и записывается. Я думаю, Господи помилуй, у меня не хватило терпения. Вот, а у вас дети есть? Да, у нас трое детей. Трое детей? Да. В каком они уже возрасте? А, вот старшая Варвара, ей 11 лет, Пантелеймону 9 лет, и Кире, младшей, 5. Ну да, уже такой период закончился. Вот, они уже... Ну, они уже, да, они уже сознательные. Мне вообще так интересно, в этом году получилось, что самые маленькие, с которыми мы начинали работать, они уже подросли. Пришли новые, тоже маленькие. И я сделала так, что так у меня получился средний хор, в котором дети начальной школы. То есть и первый класс, и четвертый, там даже пятый класс. И получается так, что те, которые постарше, они помогают мне с теми, которые помладше. И, в общем, такое, так сказать, содружество, вот, созвучие, как вот наш хор называется, я вот очень приветствую, что есть помощь. Тут недавно я записывал передачу с Ириной Болдышевой. Вот, как раз она мне рассказывала, что у нее уже несколько поколений в ее хоре, и как старшие помогают младшим, и даже уже дети приходят первых, дети приходят, ну... Представляете, как это интересно? Это замечательно, вот такая преемственность. Как семья получается большая. Это очень, очень хорошо. Я вообще с Ириной Валентиной беру пример, и песни мы ее очень много пели поначалу, просто буквально вот именно их и брали, потому что это вот тепло и свет, который она дарит в своих песнях, он очень нужен детям. Вы что-нибудь споете сегодня из ее репертуара? Да, обязательно. Это песня «Свечка». Мы вот ее в начале нашего пути начали осваивать, и до сих пор ее держим в репертуаре, потому что очень давайте интересно. Давайте послушаем. Да, давайте. Спасибо большое. Молодцы, ребята. А, скажите, матушка, а вот вы сами что-то сочиняете или сами выступаете отдельно? Или в каком-то хоре участвуете? Или полностью сейчас вот, педагогической деятельности себя посвящаете? Ну, вот отец Сергий очень помогает. Вот он сочиняет, если нужно, там, например, есть песня, в ней, например, только мелодия известна, mm-hmm. да? Ну, такие бывают в песенниках. Отец Сергий, вот он устраивает, он аккомпанемент, аранжировку делает. Вот. Я сама не выступаю сейчас нигде, но вот с хором, полностью вот работаю с хором. Ну, а раньше это было? Интересно. Можете индивидуально петь? Или вы хоровой человек прям? Нет, я вот именно хоровой человек. Мне это очень близко, потому что я говорю, все, вот детство... Но мне дома она поет. Да? Какую-то песню, да? Она мне дома поет, я ей аккомпанирую, у нас получается семейный дуэт.
Мы это не очень показываем. А отец Сергей, публике. У вас какое образование? Я по образованию дирижер хора тоже, но так получилось, что как только я получил образование дирижера хора, тут-то я как раз и стал священнослужителем, поэтому опыт у моей жены сейчас уже больше, чем у меня, хотя я стараюсь, конечно же, быть всегда в курсе ее деятельности, ее творчества, вот быть подмогой в этом смысле, потому что во всем остальном она мне подмога, а в этом здесь мне надо быть ей подмогой. На самом деле это хорошо, что вот батюшка и матушка занимаются одним делом. Это отрадно это видеть. Я хотел бы, чтобы на нашей передаче такого было побольше. Ну, чтобы не лебедь, рак и щука, так сказать. А. Действительно. Мне просто всегда хотелось как бы хоть ну, именно с супругом вместе трудиться, но так как он священник, я не могу с ним трудиться, но, по крайней мере, в хоре вот я очень рада, что у нас действительно совместное получается творчество, потому что мы много обсуждаем и программу, мы обсуждаем и всевозможные выступления, и это действительно вот объединяет. Я рада, что это есть. А вы сами что-нибудь сочиняете? Вот действительно, видно, что у вас такое гармоническое мышление, импровизационное, можно сказать. Вы знаете, отец Анатолий, дорогие телезрители, я здесь не могу похвастаться какой-то своей концертной деятельностью, потому что, чтобы, ну, в первую очередь, большую часть моего времени, конечно, отнимает священнослужение, и на творчество, и оно именно ограничивается тем, что я вот стараюсь участвовать в концертной деятельности хора, а также каким-то образом участвовать так, чтобы это внутри нашей семьи, это творчество тоже каким-то образом было задействовано. Индивидуального творчества у вас тоже нет? Да, вы понимаете, отец Анатолий, самое это интересное, когда это индивидуальное творчество в семье происходит. Вот я как раз мог бы вам рассказать, что вот сейчас это, можно сказать, подъем выражает, вот переживает на это семейное творчество, оно выходит за рамки уже малого круга семьи, и у нас стало уже хорошей традицией встречаться, организовывать такие семейные встречи, когда в них участвует мой отец, мои братья, двоюродные сестры. Мы собираемся огромные. Они что, музыканты все? Они не все музыканты, но все хоть каким-то образом умеют и любят петь. Да? Mm-hmm. И мы собираемся. Кто музыкант, тот дает свой уровень. Кто не музыкант, тот дает свой уровень творчества. А как это называется, эти вечера? Это называется семейные встречи. Семейные встречи? То одного дома, другого дома. А у нас лаврские встречи, а у вас семейные. Да, вот поэтому в таком варианте... Это традиция, да, как получается? Вы возрождаете традицию. Мы стараемся делать, чтобы это стало традицией. Я надеюсь, что традиция будет продолжаться. Раньше же так и было. Люди собирались петь, попеть. Да. Ну вот это здорово. И все тогда имели хороший голос, хороший слух, потому что они росли в певческой среде. И это хорошо, что вот это хоть как-то возрождается. Вот, может быть, потихонечку оно вернется. Ну и поэтому вы захотели это все и детям передать, да? Да, да. И вот очень хотелось и патриотических песен, и песен духовных, и песен классических. Все вот понемножечку освоить. То вы сейчас в таком, да, как бы, не знаю... В творческом подъеме, как говорит отец Сергий, и впитываете в себя и отдаете, как можете, да? Да, 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 да. Значит, есть для вас условия? Да, значит, да. Воскресная Казанский школа. Храм. Воскресная школа потрясающая, да. Там Казанский икона Божьей Матери, он для вас как вот такая, как площадка, да? Да. И под покровом преподобного Серафима. Да. Это здорово. Воскресная школа при Казанском храме, она достаточно широкую такую деятельность ведет. Не только традиционный закон Божий. У нас есть и хоровая студия, где вот дети, вот которых вы сейчас видели на экране, и дети, которые постарше, тоже поют. У нас есть театральная студия, у нас есть кружок изобразительного искусства. У нас много чего есть интересного. И дети приходят и с отдачей проводят здесь свое время, действительно творчески. Хоть переезжай в Ирицу. Добро пожаловать. Ну ладно, давайте еще послушаем песню. Да, следующая песня, которую, может быть, стоило бы сейчас спеть и исполнить, она связана с тем, что в хоре есть мальчики. Да, у нас песня называется «Солдатушки, бравые ребятушки», где вот как раз у мальчиков есть возможность выразить себя и показать бравый дух. Да, показать бравый дух. Давайте послушаем. Солдатушки,
Спасибо большое вам за эту песню. Чувствуется бравый дух, который через поколения к нам, ну, доходит до нас через этих мальчишек. Я сам был мальчишкой, и эта песня тоже на меня очень сильно действовала. Значит, все продолжается, традиции продолжаются. А у вас в вашем репертуаре, ну, вот что есть в вашем репертуаре? Ну, вот у нас небольшой такой вот момент, но присутствует все-таки классика, то есть вот песня Моцарта «Тоска по весне», и вот еще есть песня Грига. Но песня Моцарта, она очень такая светлая, очень радостная, ну, как все произведения Моцарта. И ребятам очень нравится, они с большим удовольствием ее поют. И вот в этом году вот мы присоединили еще там соло виолончели. И вот это очень хорошо, когда ребята могут сами поучаствовать и также в сопровождении песни. То есть, может быть, потом ну, даже... Ну, это оригинально и... Как по-другому, да, заставляет слушать и звучать. Да. Значит, то есть вы еще и классические произведения, да, пытаетесь... Насколько это им доступно. Все-таки не стоит забывать, что хор в воскресной школе – это всего лишь хор в воскресной школе. Это не хоровая студия, это не музыкальная школа. Дети, которые приходят, которых объединяет только любовь к музыке и любовь к желанию прославить своим пением Творца. Вот и все. А и на все это у Марии всего-то каких-то 2 часа в неделю. Вот, чего поэтому, себе. Поэтому, насколько возможно, за это время приобщите классики, давайте послушаем, да. Спасибо большое вам. А на этой ноте, я думаю, мы закончим. Идет Рождественский пост, и я думаю, что мы вернемся к нему, к этой теме Рождественского поста в следующей передаче. Дорогие мои, на этом наша передача заканчивается. С вами был я, священник Анатолий Першин, и супружеская чета Чикадановых, отец Сергий и матушка Мария. Божьей всем помощи. И приятного рождественского поста. До свидания. До свидания.